Зимняя рыбалка – это не только развлечение, но и полноценный вид спорта. В минувшие выходные в парке Степаново прошел чемпионат города по ловле рыбы на мормышку со льда. С раннего утра участники заняли места на уводе. Всего более 40 человек из Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей. Как и в любом спорте, в зимней рыбалке есть свои правила. Тур проходит 2,5 часа. Сегодня будет 2 тура таких. Вот, в разных зонах они будут разбиты. Один береговой, один глубинный. Вот, между участниками по 5 метров обычно. Ну, не обычно, по правилам положено. Бурить можно неограниченное количество лунок, но ловить только в двух зафлажкованных, которые они, собственно, и используют. Организация подобного мероприятия требует серьезной подготовки. Прежде всего, необходимо получить разрешение спасателей. Соревнования проводятся при толщине льда минимум 10 сантиметров. В случае ЧП помощь окажут судьи. Для этого у них есть все необходимое снаряжение. Кроме того, они следят за тем, чтобы участники не нарушали правила и не пытались жульничать. Наше дело это все контролировать, чтобы не вставляли удочки. Потому что настоящую удочку ловить нельзя, и чтобы она все время была в руках. Если отходите, надо ее убирать или что-то. Ну, вот, в основном-то это вот самые такие, это, чтобы не бегали, чтобы на ножах все время, когда передвигаются, если вот там ходят или выходят, чтобы были чехлы. Зимняя рыбалка – занятие для сильных телом и духом. Чтобы просидеть на морозе несколько часов, необходимо хорошенько утеплиться. Полукомбинезон и термобелье, а также куртка с капюшоном и непромокаемая обувь помогут не простудиться. А вот горячительные напитки под запретом, не спортивно. Да и рассчитывать на хороший результат, приняв на грудь, не приходится. Тут надо потрудиться, чтобы найти рыбу. Пробурить так. Кучу лунок, побегать, поискать. Зачем кучу лунок нужна? Чтобы найти рыбу. Вот сегодня рыбы нет. То есть она клюет где-то вот в одной-две лунки, которые надо найти и постараться. Все участники единодушно отметили, что день выдался нерыбный. Основной улов – окунь и плотва. В личном зачете победу одержал гость из Владимира. В командном первое место заняла Федерация рыболовного спорта из Ивановской области. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.